Уважаемые друзья, искренне поздравляю вас с праздником, с Днем Героев Отечества. Сегодня здесь, в Георгиевском зале Кремля, который хранит память о славе победоносного русского воинства, мы чествуем тех, кто достойно продолжает эти великие традиции. Герои Советского Союза, герои России, кавалеры орденов славы и святого Георгия, вы внесли вклад высшей пробы в укрепление безопасности нашей страны. Совершили подвиги на ратном поле, проявили доблесть в мирное время. И еще раз доказали, насколько значима роль каждого человека в служении нашему Отечеству. Верность долгу и своей земле, своему народу, тем традициям, которые передали нам предки, готовность совершить настоящий поступок, когда это требуется в интересах Родины. Ваша дерзость, отвага вдохновляют на подвиги других людей, укрепляют веру в безграничность силы Духа. Мы вами гордимся. Приветствую ветеранов Великой Отечественной войны, которые сегодня находятся в этом зале. Ваше поколение всегда будет для нас примером честного, бескорыстного служения России, мужества и стойкости, перед которыми бессильна любая сила. Пожалуй, мало найдется в мире стран, где эти качества составляют основу национального характера, где подвиг во имя чести и свободы Родины стоит на самом высоком нравственном пьедестале. День Героев Отечества по-особому важен для России. Мы отдаем дань уважения тем, кто в разные годы, в разные эпохи защищал священное право народа жить своей волей и своим законом. И мы равняемся на вас. Хочу сказать вам, уважаемые герои нашей страны, слова самой искренней и глубокой признательности. Еще раз поздравляю с праздником. Здоровья вам, счастья и, конечно, самые теплые пожелания всего самого доброго. Хочу сказать все самое доброе, хочу сказать вашим семьям, вашим родным и близким, тем, кто всегда поддерживает вас и любит вас. Позвольте предложить тост по случаю сегодняшнего праздника за героев, за мужественных и сильных людей, за наш народ, за великую Россию.